Всем привет! Вы на канале Инга ТВ. Сегодня, ребята, у нас есть для вас кое-что интересненькое. Как вы все знаете, скоро в магазинах Евроут будет что? Бонстики 3! Ура, ура! Мы их так ждем. И мы узнали, как их будут звать. Всех 24. Я сейчас все расскажу. И даже... У нас на листочке написано. Все написано. И даже мы расскажем вам, какого числа бонстики выйдут в продажу. Расскажи сейчас. Нет, нет. Это мы расскажем в конце видео. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. На красную кнопочку сразу подписаться. И ставьте лайки. И вы увидите самые крутые распаковки. Да, мы просто спецы по бонстикам. Да, и все самое интересное будете узнавать первыми. Ну что, начнем? Да. Вам уже интересно, не терпится? А некоторые любят стикизы. Так стикизы это и есть бонстики. Только в Беларуси называются бонстики, а в Украине стикизы. Правильно я говорю, ребята, напишите. Кстати, забегая вперед, немножко я вам расскажу, что именно бонстиков. А как это что бонстиков? Фрукты, овощи и ягоды. Имена бонстиков. И они на английском языке. Просто как-то английские слова немножко переделаны, чтобы это было более-менее похоже на имена. И те, кто знает английский язык, сейчас меня услышит и догадается, как зовут какого бонстика. Поэтому, ну, ребята, некоторых бонстиков мы не смогли разгадать, как зовут. Поэтому я буду вас спрашивать. А как их звали? Вот сейчас я расскажу. И вы, ребята, пишите в комментариях, подсказывайте нам. К примеру, первый бонстик, которого будут звать Скво. Но кто это, мы так и не поняли. Кто это Скво? Ребята, может быть, вы знаете, у кого десятки по-английскому, пишите в комментариях нам. Ставьте лайки. Следующий бонстик, бонстик номер 2, это Том-то. 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 Как ты думаешь, или кто такой Том-то? Он такой красный и круглый. Помидор. От слова томат, правильно. Молодец, это помидор. Третий бонстик по имени Кэрри. Кэрри это морковка. Кэрри картошка. Кэрри – это морковка в переводе с английского. Смотрите. Четвертый бонстик – это брок. Брокколи. Брокколи. Кто любит брокколи? Напишите. Ставьте лайки. Пятый бонстик по имени Онни. Ну, это тут, кто английского не знает, тот не догадается. Онни – это лук. Представляете? Бонстик в виде лука. Я вообще не представляю, как он будет выглядеть. Я представляю. Да. Шестой бонстик по имени Корни. Корни это корень. Кукуруза. От слова корн. Попкорн все ж кушали. Попкорн делают из кукурузы. Следующий бонстик номер 7. Берри или бери. Мы так думаем, что это ежевика. От слова ягода берри. Восьмого бонстика зовут строби. Кто уже догадался, кто это? Ты знаешь? Строби. Строби – это клубника. Представляешь, какой будет, наверное, вкусненький. Девятый. И, скорее всего, красненький. Скорее всего, красненький. Ну да, вряд ли зеленая клубничка будет. Следующий бонстик по имени Шрум. Шрум – это гриб. Представляешь? Представляешь? Гриб. Десятый бонстик по имени Грейп. Грейп. А грейп это Эля очень любит, кстати, виноград. Вкусненький. Одиннадцатый бонстик по имени Кэбби. Ну, кто такой Кэбби? Мы не знаем. Да. Ребята, подскажите нам, пожалуйста. В 12-й бонстик по имени Потатик. Потатик это кто? Ты вчера картошка. Картошка. Или вчера рассказывала в видео. 13-й бонстик по имени Эплик. Эплик это яблочко. Вкусненькое. 14-й бонстик по имени Битти. Битти это свекла. Красненькая тоже. 15-й бонстик по имени Пеп. Пеп это
перчик. Я надеюсь, он сладенький, а не остренький. Как ты думаешь? Ты любишь перчик? А сладкий перчик? Сладкий любишь. Люблю-люблю, да? Да. Следующий бонстик по имени Лёма. Лёма. Ты, кстати, тоже любишь этот фрукт. Что такое Лёма? Лемон. Или Лема. Что? Лемон. 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 Тебя никто не слышит. Лемон. 17-й бонстик по имени Буба. Буба, мы так думаем. Это Алиса Буба. Это Алиса Буба. Это черника. 18-й бонстик по имени Перри. Перри, знаешь, что такое? Перри — это груша. Грушу Эля тоже любит. Грушу Эля тоже любит, да. 19-й бонстик по имени Волли. А кто такой Волли? Напишите нам вы. 20-й бонстик по имени Бен. Бен — это... Как ты думаешь, что такое Бен может быть? Он такой желтый и длинный, похож на месяц. Желтый и длинный. И ты тоже его любишь. А что ты еще скажешь? Бен. И вот так вот открывается. Обезьянки его любят. Банан. Все верно. Бен. Бен — это из тех игрушек. Да. 21-й бонстик. Бонстик по имени Пини. Пини – это ананас. 22-й бонстик по имени Черри. Разве ананас? Да, Пини, папа, это ананас. По-моему, нет, по-моему, там был огурчик. Или огурчик? Огурчик, кстати, это кумба. А кто такой Пини, ананас или нет? Я думаю, что это пин-эппл по-английски, ананас, пин-эппл, скорее всего, Пини — это ананас. Но если нет, мы посмотрим, это когда выйдут новые бонстики. Мы тебя утомили. Тебе интересно, как бонтика будут звать? Да, видно, очень интересно. Ладно, скоро мы закончим. Осталось всего 2 бонтика. Черри. Черри — это вишня. Кумба — это огурец, как я уже говорила. И еще один бонтик, номер 24, по имени Пайни. А что такое Пайни? Мы тоже не знаем. Пайни! Папайя. Может, папайя какая-нибудь. Но мне кажется, вряд ли тут в основном все такое более привычное нам. Да, нам известное. Да, известное. Поэтому все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы же обещали сказать, какого числа выходят в продажу бонстики 3. И это число... 25 сентября все встречаем бонстиков 3 в магазинах Евроопт и Гипермол. И, конечно же, мы будем делать e-доставку, чтобы нам бонстиков привозили домой. Все ждем. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем... Пока-пока! Пока-пока! Ждем ваши комментарии! Пока-пока!